Юные ямальцы еще могут записаться на осеннюю смену в Артек. Она пройдет с 10 по 30 ноября. Желающим необходимо пройти регистрацию на сайте лагеря, заполнить профиль в личном кабинете и добавить свои достижения. На смену поедут 11 самых активных и талантливых детей, те, кто еще не успел отдохнуть в Международном детском центре. Путевки для школьников выделяются в рамках региональной квоты. Родителям необходимо привезти ребенка в аэропорт Симферополя. Сейчас в Артеке проходит 11-я смена, участвует в ней 12 юных ямальцев. Всего же в этом году отдых в детском лагере в разные сезоны организован для 87 детей Ямала.